часто говоря о цветной капусте, мы поговорили и об очень цветной. Действительно, нежные оттенки розового, фиолетового, сиреневого – полный восторг. Или нет? И хочется сказать «да», но согласитесь, что-то мешает. Некая придуманная съедобность. Не все, что красиво и забавно, бывает аппетитным. Не так ли? Плюс, дело уже не в прошлом, а в настоящем, сиреневенькая капуста была заморожена. Ну, не была вся использована целиком. И вот что из нее получилось. Хотя, наверняка, кому-то понравится больше исходного варианта. Здравствуйте, дорогие друзья! И все же о цветовом восприятии, таком индивидуальном, продолжим. Каждый день мы подвержены влиянию многочисленных факторов, постоянные вопросы и поиск ответов. Всю ли получаемую информацию мы успеваем обработать? Конечно, нет. Поэтому принятые нами ассоциации о форме и цвете значительно экономят наше время, поэтому обрабатываются автоматически. И в этой сфере, можно сказать, все до сих пор загадочно и многовариативно одновременно. Почему всегда от злости мы зеленеем, а не чернеем? На мир частенько смотрим через розовые очки, а не через оранжевые. А если есть синий или голубой тарелки, съешь гораздо меньше, чем собирался. Последнее, впрочем, вполне объяснимо. Синий цвет в смысле продуктов не может не вызывать подозрения. Синее мясо или синее пюре – это ж ни в какие рамки. Хотя, а чего ж ни в какие? Самое синее море, цвет отдыха, цвет релакса, чьей-то уютной кухни. С нашей сиреневой капустой, о которой речь шла выше, да и с покоричневевшей, собственно, то же самое. Кстати, коричневый считается одним из самых недооцененных цветов. С одной стороны, ассоциация с чем-то неопрятным и старым, а с другой – это цвет дерева, осени, тепла, загара, шоколада. А серый – серость, но и не только. Еще и тайна, загадка, интрига и серое вещество. Что ж, до цвета белого исключительно в эту пору с ним все яснее ясного. Белый означает не только начало, чистый лист, но и определенность. Белый снег, белые сны, легкость и совершенство, плюс белый салат. Белый салат. Отварить куриное филе, припустить цветную капусту. Нарезать, соединить с нарезанной китайской, обжаренными шампиньонами, белым луком. Присыпать кунжутом, соль, перец, растительное масло по вкусу. И это действительно так, поскольку шампиньоны мы обжарили, количество добавляемого масла может быть минимальным. Да и любой из знакомых вам белых соусов здесь тоже будет, кстати, та же майонез. Заправил салат майонезом, вспомнил, что Новый год не за горами. Приятного аппетита, отличного настроения. С вами была Жанна Соловьева.